Всем привет, с вами Фрост. Китайцы. Не ты. Не ты. Не уйди. Китайцы. Они захватывают всю планету. Возможно, если вы живете в Питере или, например, вы в Владивостоке, то вы уже это должны были заметить. Китайцы постепенно захватывают весь мир. Поэтому скоро вместо английского придется учить китайский. И я решил начать сейчас. Лучше начать его учить раньше, потому что он сложный, там букв даже нету, там одни картинки. Да-да-да, чувствую себя. Поэтому встречайте мы учителя китайского языка. Аня. Она привет. Знает китайский язык. Чё? Чё по-китайски жопа, значит знает китайский язык. Ну чё, жопу я выучил, чё дальше у нас будет, чё? Ну я не знаю китайский язык. Как не знаешь, чё же сказала? Как будем учить китайский язык? А жопы не хватит. Китаец подходит, там чё-то делает, кунь-чунь-чай, винь-чунь-хим. Ты ему, чё, жопа, ему такой, ай. Он такой... Тупые русские! Не, он такой, точно, я это именно и хотел. И он такой, типа, сразу... Я говорю, о, здесь знают мой родной язык, надо здесь остаться. Ладно, я знаю, кто... Я знаю, у нас есть запасной учитель. Здравствуйте, сенсей. Это наш сенсей, вы посмотрите. С виду, кажется, что это обычная собака. А теперь это китайская собака, давай. Ну, китаец. Снежок? Китаец. Снежок? Китаец. А еще, я сейчас докажу, что он знает китайский. Сидеть. Со. Со? Снежок, вот сюда. Снежок? Со. 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 Это произношение неправильно. Со. 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 Снежок. Сюа! Видимо, у меня это произношение какое-то неправильно, диалект, он не понимает. Снежок! Сюа! Ай, молодец! Видите, китайский знает. Идеально! Сенсей, мы готовы учить китайский. Снежок, мы готовы к уроку. Мы уже начали медитацию. Что мы делаем неправильно? Я не поняла, что мы делаем неправильно. Мне кажется, назвал нас как-то неприличнее, ушел. К сожалению, у нас возникли проблемы с переводом собачьего. Ну, в общем, нам нужен переводчик. Нормальный. Но где ты собираешься искать переводчик, который будет выдавать реальные китайские слова? Ну, там, где у нас есть большой ассортимент, можно сравнить разные модели и почитать реальные отзывы владельцев. И Яндекс.Маркет. Там самый большой выбор товаров, удобное сравнение и отзывы реальных покупателей. Яндекс.Маркет дает отличную возможность посмотреть отзывы покупателей магазинов и выбрать лучшее в соотношении цена-качество. Нужно этим пользоваться. Лично я стараюсь товары без отзывов вообще не покупать. Если есть такая возможность, лучше их вообще не брать. Пускай кто-нибудь другой проверит и наступит на грабли. Okay. Снежек, мы уже поняли, что ты бестолковый китайский переводчик. Ты хоть его и знаешь, но у тебя толку никакого нет. Так что уинь-чунь-чвань отсюда, давай. Не знаю, что я сказал. Чунь-чунь-чань отсюда, давай. Что-то было матное, кажется. Плохой Джон Сина какой-то. Нет, не совсем. Я слышу другое слово. Что слышите вы? Первое слово какое-то нехорошее. Плохой Джон Ян Синан. Я это делал. Ну почти. Понял. Я это делал. Мау. Мау. Мау это кот. Поняла. Мау. Кот. Кот. Идеальное произношение. Мау. Идеальное китайское произношение. Кот. Коты тоже на китайском, оказывается, разговаривают. Мау. Мяу, мяу. Они говорят, кот, 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 кот. А вы, ой, что ты там мне рассказываешь, как у тебя день прошел? Кот, 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 кот. Он просто произносит кот. Ему в кайф говорить кот постоянно, оказывается, по-китайски. Какая-то подстава явно, какая-то явно подстава. Смотрите, скорее. Ну, я подстава какая-то, постанова, подстава какая-нибудь, я фиг его знаю. Чучело. Давай еще раз так. Подожди, напрягу мышцы. Вантяо чучело. Вантяо чучело. Где я? Это не то. Я заблудился. Что, сосредоточились? Вантяо чучело. Вантяо чучело. Вантяо чучело.
Кажется, какую-то команду псу отдал. Нет. Окно в Китай. Окно в Китай! Рубим его! Рубим его! Почти это за дешевый шмот. А что было загадано? Увидишь потом на монтаже. Да ты давай говори! Они всегда матерятся, а? Хоси хуся, ухуся, я даже на заборе такое просто не писать не стал, мне стыдно было. Нет, слишком много, я не повторю. Тихо, да нет. Хуанси. Да, тебе прям полиглот, прям проснулся в тебе. Хуанси хуа дэн цин дэн лайк ю. Как и поют, как ты. Как и поют. Чего? Но там, кстати, с песней там было «Я люблю рваные джинсы». У меня всем бред по-китайски идеально получается. Ну куда, дай. Подожди. Дай чахао. Привет всем. Я могу вести блог на китайском языке. Я уже выучил. Привет всем. Дай чахао. My name is... Да, пошел английский, русский, китайский. Неважно, у меня будет... комбинированный этот скрещенный канал. Дача Хао, с вами Фрост. Смотрите сразу, какой там должен быть вариант. Сау Шин Ла Ни Мон. Поиск. Нет! Окей, Гугл по-китайски сказал. Сау Шин Ла Ни Мон. Вторая половина дня вам нужна. Нет. Ну. Только давай что-нибудь небольшое, пожалуйста. Да, сейчас будет коротенькое. Жесть. Это сложно, ты чё? Блядь! Давай какое-нибудь словосочетание. Ну вот. Да целое стихотворение, что это такое? Уан Синин и Нан Чунгань Лун. Теория взаимоотношений. Загадывал только немножко не то. Ну какое сложное слово произнес, а? Сунь чай Уин Сухим. Отправь вам домой Уин Синь. О, винду домой отправить. Вот что это значит. Я-то всегда думал, а. Вот это вот, вот так вот. Вот это вот так выглядит. А читается по-русски вот так. По-си-хуан-чон-зи. Мне нравятся садовые телефоны. Да ладно. Там была магия сначала. Чигол какой-то, блин. Чигол. Щегол. Вырезать собаку. Снежок, беги! Она вырезает собак. Ты еще шурму, скажи, по ночам готовишь. А что там было? Там была снежная собака. А у тебя вырезать собаку. Опа, да. Давай. Кушу дау ся зи. Долина виноградной лозы. Вот это я в совершенстве освоил. Что там было? По-моему, что-то с нашим переводчиком не так. Либо я сломался, либо переводчик сломался. Сейчас тест проведем, тест. Независимая экспертиза. Чё? Сказать. Чё? Жопа. Ты перепутал. Жопа. Не. Этот переводчик пудрил нам мозги. Весь все видео пудрил нам мозги. Я тебе говорю, чё это жопа? Еще Конфуций говорил. Чё есть жопа? Чё есть жопа? Конфуций нас никогда не обманывал и всегда говорил только дело. Учи китайский. И подписывайся на мой канал. И подписывайся на канал Ани. Да, подпишись на мой канал. И учи китайский. Как еще говорил Конфуций, подпишись на инстаграм Фроста и ставь лайки. И на мой инстаграм тоже он говорил, ты не дочитал. Нет, такого Конфуция не припоминал. Нет, ты просто не дочитал. Ты подменяешь понятие. Конфуций говорил про мой инстаграм. Все, учите китайский, всем удачи и всем пока-пока. А нет, подожди, мы же китайский учим. Всем пока. Всем пока. Чэнпу зайте. Чэнпу санте. Не ешьте. Не ешьте. Всем удачи всем. Все не ешьте.